Сельскохозяйственная тема как нельзя более популярна. Она показала себя. Обратите внимание хотя бы на то, что пишут про меня в группе ВКонтакте. Там есть такая группа «На костер Челейкина». Спрашивают, как оно вот на газонокосилке. Очень хорошо на газонокосилке. И я все-таки не Александр Сидельников. Я не смогу ничего вам рассказать про клубневидные там семейства. Там. Ну, короче, это не мое. В общем, мое что? Мое – это чистое ровное поле. И хорошая лужайка. И там я хочу, допустим, лечь спокойно пузом, хочу лечь спокойно на спинку. Да. И чтобы ни комарики, ни букашки по мне не ползали. Можно ли это сделать? Оказывается, можно. И вот сегодня мы об этом поговорим. О технологии изготовления замечательного газона вместе с Зеленым островом. Рано или поздно у любого садовода или дачника возникает желание бросить все и сделать прекрасную ровную лужайку. Особенно часто мысль эта приходит на ум после посещения мест действительно красивых, как то Турция, например. Там нет зарослей непроходимых, да и сорняков там нет. Там есть ковер вечно зеленый. В данном конкретном сюжете мне, технику, не очень дружащему с биологией, просто необходима была помощь. Мы бы, техники, просто скосили старую траву, а дальше-то что? Вот примерно такое идеальное покрытие вам несложно сделать. Где мы находимся? Вы думаете, я нахожусь в альпийской деревне или на озере Банное? Да нет, здесь же, на улице Труда, рядом с Зеленым островом. Вот здесь подразделение техника для сада. Удивились, да? Ну, вот так вот сделали. Как это сделано и чем это сделано? Отсюда и по очереди. Газонокосилки, специальная трава, ну и не мои сандалии, которые, скажем так, в боях поистрепались, а есть другие, специальные. Так, что-то я перепутал по жизни, видать. Это сандалии для чего? Это сандалии для аэрации газона. Чтобы газон нормально дышал и не выпривал, применяют вот такие приспособления, такие сандалии. Чтобы кислород попадал в землю, газон нормально себя чувствует. Но это, наверное, не первая ступень. Первая ступень – это как с сорняком побороться-то и с чем косить будем. Против сорняка есть очень много разных препаратов, так как химических и механических. Для срезания просто сорняка, выковыривания, ну, извлечения его из дернины газона. И химически это просто обработка разными препаратами для борьбы с сорняком. Давайте покажем, что у нас есть в наличии. В наличии у нас есть химические препараты для борьбы с сорняком различные. Раундап, снайпер, глифос, раунд, прополол. Все эти препараты очень легко и быстро борются с любым сорняком. Способ действия? Способ действия. Вы разводите этот препарат с водой, опрыскиваете газон, и сорняк просто гибнет. Угу. Так, но предварительно мне все-таки надо вот из своего бурьяна сорняк скосить. Конечно. Это газонокосилкой? Конечно. Так, ступень номер вторая. Так, кроме борьбы с сорняком, очень большую роль, так скажем, занимают удобрения. Удобрения вносятся как при подготовке земли к посеву газона, так и в последующем подкормке газона. В течение лета и осенью. Так, ну вот сейчас у нас, в общем, июль месяц. И пошли дожди. По новой пошли дожди, дай бог грибочки будут. Сейчас время подготовить газон на следующее лето? Сейчас вы единственное можете подкормить газон хорошо. То есть вот специальное удобрение, то есть фирма Кемира выпускает очень хорошие, сбалансированные, хорошие удобрения. Вы сейчас им подкармливаете после каждого скашивания газона, перед поливом. То есть мы еще не садим травку свежую, да? Мы только его подкармливаем газон. Если у вас есть хороший газон, зачем? То есть вы пользуетесь как раз удобрением для нормального его развития. А как достичь вот такой плотной травы? Ну, чтобы достичь такой плотной травы, это, конечно, очень много труда, очень много внимания этому газону нужно уделять. То есть полив, подкормка, вовремя скашивать, вовремя вычесывать газон. То есть тут очень много составляющих. Ну ладно, давайте для ленивых пройдемся. И вот покажем, что у нас есть из механизмов. Из механизмов тут представлены вертикутеры для вычесывания газонов. Имеются вот механические средства. Давайте покажем. То есть
Что же там такое, как он вычесывается-то? Давайте. Так. Ага, вот так все, да? Тут имеются ножи для аэрирования газона. То есть это идет прорезание дернины, чтобы опять же туда попадал воздух, кислород, чтобы газон дышал. Это то, что мы пытались с вами показать на сандалях. А, то есть без сандалий берем здесь, такую штуку. Здесь уже идет это такое вот механическое приспособление. Сколько стоит такая модификация? В районе 26-25 тысяч. Ну, для несведущих скажем, что хороший газон, как хорошее поле для гольфа, денег стоит. Но зато потом, как? Представляете, да? Одна партия в гольф, это даже интереснее, чем в казино сыграть. Согласен. Что у нас вот из электрических приспособлений? Из электрических у нас тоже представлен, пожалуйста, аэратор. Это идет он для вычесывания газона, у которого вот имеется сменный барабан с такими вот пружинками, которые просто убирают старую траву, ну, соответственно, высвобождая газон от возможных загниваний и выпреваний, так сказать. Эта травка сколько может быть в работе? Может быть, она зеленая круглый год? Круглый год, конечно, она не может, то что зимой все-таки это... А вот эта реклама Канада Грин там? Канада Грин – это сказка. Тут, в принципе, понимаешь, ковер надо и пылесосить, и вытряхивать. Ковер живой нуждается в достатке кислорода и вычесывании отработанных, то есть пожухших волосиков. Этим занимаются садовники и в Индии, и в Германии, и в Штатах, и в Турции. Если говорить о садовниках, то работа эта уважаемая и с достоинством оплачиваемая. Намек тем, кто страдает от безденежья. Вы сами, в принципе, легко и грабельками палисадник обработаете, и шип сандалиями в воздух корням проведете. Для пространств больших лучше использовать технику на электрическом или механическом ходу. Проще говоря, вычесыватели и прорядители. Итак, вкратце, процедура создания аэродрома для моделей или гольф-поле для зарабатывания денег. Первое. Выбираем поле. Убираем камни, мусор и т.д. Распашем, прокультивируем, задушим сорняки. Еще раз распашем, прокультивируем, засеем спецтравкой. Подстригем, засеем вновь. Дважды в год пройдемся аэратором. Раз в неделю газонокосилкой. Два раза в месяц вычешем газон. И на нем загорать и спать в принципе можно, в адекватном состоянии. А при желании можно и мух отогнать, и насекомых. Есть и такая процедура. Что, возможность делать европейскую действительность, а не российский срач утомила и заставила задуматься о бюджете? Не беда, с зеленым островом можно сэкономить. Так, мне вот уже и хочется, и колется. Хочется, потому что, ну, действительно красиво, а колется, потому что вот и кредиты есть, и много чего непонятного. А у вас что есть? Ну, в общем-то, вы можете те же вертикутеры взять у нас на прокат. Все это и почасовая оплата, и можно на сутки взять. Кроме вертикуторов вы можете взять и культиватор, и каток даже для приготовления газона. Все это имеется в прокате у нас.